Теперь слева снизу у вас есть ваши персонажи. Наведите на них и посмотрите. Каждый ткните своего. Я Марк Гучимоли. Я Равшан Нефаров. У тебя гаечка Гаечка Нефаров. Равшан Нефаров. Гаечка себе. Да. Марк Гучимоли, Иванчик Строджо и Натусик Генсушкина. Никто не трогает перемотку времени. Это очень важно. Не переодевайтесь. Окей, и не выходите в режим строительства. Играйте так, как есть. Если что-то надо, попросите меня или спросите. Я телевизор села смотреть. Девчонки! Со мной уже кто-то познакомился. Я с Наташей начал сразу же разговаривать. Да, смотри, смотри. Поднять настроение. Я интересный человек. Ребят, есть, короче, одна ситуация. Равшан, если что, бисексуал, и он может родить. Хвалить внешний вид. Вань, иди сюда. Ля-ля. Почему вы я сей? Она сама, я не черепа, она сама на интернете со мной. А что я один остался? Она тебе сердечко показывает, это в уху значит. Я как третий лишний в любой компании. Обсудить хорошее. Ты чё ушел? Оно само, друзья, я ничего не делаю, я как будто... Нет, у тебя игра сама может играть, но ты влияешь на действие слева, что делает твой персонаж. Я почитать сел, что? Что за хуйня? Я говорю, Камоли, я никогда в жизни не читал. Оп. Я флиртую. С кем ты флиртуешь? С тобой, Наташ. Ты что, не заметила? Не. Подожди, стой, не двигайся. У меня как будто вообще не работает. Работает у тебя все. Ну, ты просто не играл никогда. Ну, у тебя персонаж сам играет еще. У тебя на тебе ошейник гаечки сидит дома. Я сейчас маленькую девочку дома приведу, друзья. Не надо. Какой неловкий разговор. Сосед пришел, давай. Слышь, Вань? Блин. Я думала, Ваня в любви, а он меня отвёл. Наташ, ты куда побежала? Я не нажимала никуда. Иди сюда. О! А ну, Ваня общается с мамой! А что? А как человек она тоже сюда побежала? Ваня! Я сказал ему, что его мама лама, слышишь? Соседу. Ой! Короче, Ваня, он вообще ни в какую. Короче, я к вам иду. Нифига у Дашки жопа. Вань, почему ты клеишь соседку? Володя, смотри, кого несу домой! О, сюда, Лут! Ты зачем его хамишь, Равшан? Он к нам домой пришел! О, Вань, так ты такая, слышишь? А это я на улице нашел. Погоди, я сейчас... Подожди. Даша, тебе сейчас глубоко... Слышь, пацаны, по одному... Не-не-не-не-не! Это мое, иди, у тебя Наташа есть. Приветствовать грубо. Не надо! Равшан, уйди, сука! Ну не надо, говорю, пожалуйста, это моя будущая девушка. Вова, а куда поехать? Не едь. Тихо, Вань. Вань, у нас у фриков принято все это... Голая гаечка! Голая, Даша, голая. Я в кубиках. Смотрите! Тише, я смотрю! Не смотрите! Ну что, мне не нравятся нефоры. Да меня просто динамит, и меня все ненавидят! Я пошел на улицу. Меня тоже? Что? Что случилось? Я не поняла сейчас этого мува. Я пойду извинюсь сейчас. Тихо, она уже на крючке у меня. Да, мне нравится делать пакость. Флирт. Чат, смотрите. Я в тильте пошел на улицу. Опа, пригласить на выдуманную вечеринку, бам. Ой, мы общаемся пока. Меня пальцем тыкнул. Чикс. Опа. Я опять пошла, почему она моется. Почему? А зачем ты моешься каждый раз? Это не я. Ну, она сама идет туда мыться. Эй, Иван, отойди, это моя женщина. У меня было дерзко заигрывать. А что? Нет, все, не получается. Она со мной будет сейчас. Алло, Гайка, что за хуйня? У тебя парень какую-то тетю пикапит мою. Вань. А что мы за зеленый? У меня теперь желтый квадратик. Зачем чужую тетю пикапишь? Равшан со мной ругается. А где? На втором этаже? Почему? Кстати, у Беллы Год по лору есть муж. Она жената. А, да? Белла Год, ну по лору, вроде бы да. Она меня током бьет, алло. У нее много детей, кстати. Там на сколько этажей-то? Те, Равшан. Погодите, я не за того играю! А почему я с персонажем, Вась? Ну то, что у тебя сиськи неплохие такие, слышишь? Равшан, именно поэтому тебя
Йода. Тут, короче, слышите, тут кто создавал персонажа, почему у меня сиськи висячки сделал какие-то? Я случайно! Ваня, давай, посмотри на Наташины, как они у него так, оп, вверх, и посмотри на мои. Даш, у тебя более реалистичные, мне больше нравятся вот эти. Хорошо, смотри. А почему я сидя писаю? На! А вы не Опа. Хотите тренажер купить и спортом заняться? Кто, я? Нет. Ты мне? Хот-доги еще сделаю. Я с куфом. Кто у нас? Какого она качества? Нормально. Ну кто себя к скуфу относит? Я куш хочу. Девчонки, приготовьте что-нибудь. Я уже приготовила. Я тоже. О, пойдем есть реально. А че у нас этот балаван? Он скоро. Володь, смотри за нами. Ваня так ходит. Алло, Ваня, иди какать, сходи, друг. Ты ходишь. А срать нужно, я думал, да. Автоматом. Не, ты сейчас в штаны посрешь, братан. Нажми, Ванюш, на туалет и писить. Ну, скажи, я куда-то побежал. О, тут кушать. Ты кушать пошел. Просто. Куда тебе жрать, Ваня? Он же туалет возьмет еду. Ты че, Наташа? Он сейчас пойдет срать на горшке, реально. Есть, вернее. О, Наташа! Ты чё подсматриваешь, как я писаю? Ой, извини. Наташа! Чё ты делаешь? Алло, тупой, что ты делаешь? Моешь тарелки за всеми, Равшан! Ты терпила, Равшан! Чё за хуйня? Правильно, заработай! Какать хочу, пожалуйста! Наташ, я тебе комплименты даю давать. Прекрасно сегодня выглядишь, Наталья. Спасибо. Давайте вам расскажу душевный разговор какой-нибудь. И подниму вам настроение, Наталья. Дружище. За что? Я люблю делать пакости. Тебе вроде понравилось. А у нас дом дурдом какой-то, отвечаю. Все друг друга ругаются. Чё? Брать про карьеру. А я лягушка. Что делаешь, Вань? Я после каждого... Я после каждого разговора с Наташей иду мыться. Это нормально? Ребята, меня достал Ваня, я пошел. Я не понимаю, накачанный или пухленький? Ты пикаешь Вову? Я хотел побить Ваню. Вот в жизни так бывает. Ты когда кого-то хочешь бить, а получается построить отношения с мужчиной. Я осуждаю. Алло, кто мне пикапит? На, хвастаться мускулами. Давай. Бро, давай. Давай, камон. А чё мы встали? Это кто? А нахуй ты пришел, Вань? Я сейчас его побью. Ваечка, нихуя себе пришёл. С дороги. Ваня! Да. Отставить! Отставить драку! Я ему ебал. Я подожду, пожалуй, сейчас пацаны подерутся. Бля, вы что-то сломали, суки. Ты выиграл? В детской дерется. Я проиграл? Да. Сейчас я тебя успокою. Я тебя утешу. Чего ты ходишь? Почему? Бля, да вы заебали вы драться, уже уеб... Я его ненавижу. А ты что смотришь, помоги! Я выиграл! Скуф! Да хватит! Да что за... Наташ, выходи, пообщаемся! Нет, закрыть дверь. В смысле закрыть? Я тебе сейчас... Выходи, пап. Все, короче, отъебись от меня. Получил два раза, давай. Ну ладно! Ой, а кто это там ходит? Погодите. Малышечка какая-то. Слышь, спать? Скуфиха. Анастасия Дроздова. Ой, нет, нахуй. А как к ней лечь? А это кто? Чё у меня дискомфорт? Свидетель драки. Я ранимый. Мы чё, все спим? Ля, чё у тебя? Ой-ой-ой, Натусик. Что? Я пошёл, давайте, голубки, спите. Давай, уходи. Делайте, что хотите, я пошёл спать. Ладно. Так ты стоишь, тебе дверь закрыли. У вас Наташа дверь вам закрыла. Ладно, открою. Иду. Натусик, ты чё? Наталья, блядь! А чё он делает? Почему тебя зовёт? Ваня! Он подглядывает за мной, Даша! Вань! Ладно, я открою. На разборке. На! Вот, заявил! Абьюз! Хорош. Ваня, ты что? Не, не,
Я ничего покупать не буду, пусть так вот отношения выстраивают, чтобы кровати хватило. Одно место с Наташей рядом, одно с Володей. Я понимаю, еще пустая кровать. Я не могу ни с кем спать, у меня отношения не выстроены, извините. Ладно, я могу перелечь на детскую, а вы идите сюда на двойную, хорошо? Сейчас, подожди, к Наташе. А где я должен спать вообще? Где моя кровать? Ты должен с Гаечкой спать. Не, у него односпальная кровать. Да нет. Опа, не понял, голая Гайка. Смотрите. Я в тильте пошел хавать. Ты хавать пошел? Да. Так там испорчен Равшан, надо убрать. Воняет. Фу, воняет. Не, я не буду убирать, все. Да все, мы спать все пошли. А, тут же еще толпа. У нас две женщины дома, с чего это я убираться должен? Что фу все пишут? Но с Равшан опять убирается. Не-не-не, все, уборок. Не-не-не, стоп, не убирайся. Почему я не могу ни с кем быть? Ну что, сука, натворили? Где лечь? Ну, если сказать честно, с того ряда будет тоже нету. Алло. Равшан у нас на уборке. Короче, я убираться пошел. Я в тильте. Негде лечь. Равшан, ляг спать, у нас время ускорится, ну. Я не знаю, где, нет мест. Ну так почему Гайка отдельно спит от Строга? А где Строга спит? А почему? А, почему там написано? Окей, иду туда. Бля, Ваня сейчас умрет. Как я умру? А что мне нужно? Иди ляг спать! Мне поесть нужно, не проснулся. Ну, тебе, слышишь, тебе надо все равно лечь, чтобы у нас время быстро прошло, а потом пойдешь и покушаешь. Я не могу лечь, у нас кровати для меня не хватает. Есть диванчик на первом этаже, можешь там спать. А там нельзя спать. Как обычно. Можно там спать. Нет, а в стрим... Как обычно, говорите. Ложись тут. Вот они не ожидают. Давай, это, ускорь время. Сейчас, он сейчас ляжет, погоди уже. Все, все спим. Наконец-то. Кто проснулся? В зале есть такая тема. Да этот опять жрать хочет внизу. Я? А реально проснулся, блядь. Голодная, сука. А еды нету, а есть. Тортик, который я приготовила. Я сейчас в туалет схожу, в реальной жизни. О, хорошо, стрима, Зерон, спасибо Наташа, большое. Наташка уехала, слышите? Зома. Куда? Сейчас я приду с подарком для вас. Ладно, ты где, ублюдок? Так, поднял его. Ну-ка, и что происходит? Что там происходит? Слышь? Крыса! Вот ты меня выгнал с хаты. Где? Ща. Володь, сколько времени немножко? Что он хочет? Ты хочешь подраться опять? Я тебя опять еблю. Давай, что же вы деретесь-то? Подожди. Тварь. На, чё, получи по башке, крыса, блядь. А ну иди сюда, слышь, ты чмо. Окей, ещё раз. Да хватит драться, суки вы. Короче, ещё раз. Всё, пофиг. Давай, чё? Мне надоело. Получилось первый раз. Мне неинтересен, чек только. Чек. Пойду вот пообщаюсь с этим. Со скучным. Я иду кушать готовить. Откуда у нас ребёнок? Ёб***ь, алло, где ребёнок? Наташа нагуляла. У нас да, два ребенка! Да. Ты чё сделала, блядь? Наташ, ты где была? Че? Я не буду. Нагуляла! Горим! 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 Да кто, Даша? Туши, туши! Я не могла, позвонила в пожарное отделение. Я, блядь! Что? Пупсяныч и солнышко Генсушкина. А где они? Я не знаю, где дети, Вов, посмотри. О, пожарный! Опа. Давай вот, слышишь? Давай пи***ни его! Я уже сама все потушила. А ну иди сюда, слышь, чмо. Так, может позвонить еще кому-нибудь бизнес? Не, Наташ, хватит хуй заниматься, ты нам детей сдай назад в детдом. Приветствовать грубо. Два пожара, два. Женщина пожарная. Так невозможно, по-моему. Слышишь? А, вот дети. А где дети, блядь, у нас? О, отлично, у нас нет места спать теперь. А где дети спят? Вон коляска, блядь. Ну это что, блядь? Бля, где ты их откопала? Это Наташа нагуляла. Это мои дети, познакомьтесь. Солнышко и Пупсяныш. Ребята, всем рекомендую за ними поухаживать немножко. Я их отнесу сейчас. Не надо! А можно выгнать квартиру? Да, да, можно. Кладовку, нет. Это мои дети. Да, вроде можно в детдом отдать, как в реальной жизни.
Давай, я нанимаю няню, все нормально. Я нанимаю няню, раз вы с ними... Ела, у нас денег нет, никто не работает. Алло, все, у нас уже... дома места нет, даже пожарный уже живет какой-то, смотри. Все, все, она прибудет через 5 минут. Ладно, Наташ, я готов воспитать этих детей и сдать в детдом. Не надо! У меня больше не с кем, надо кровати. Они сейчас вырастут, эти у***ки, и ну пи***ц будет полный. Володь. А? Давайте голосование, за, кто я за, чтобы сдать детей. Куда давайте идти? Голосование, реально. О, к нам няня пришла, ребята. Няню. Няню? Нет! Давай, давай, сюда. После пожара стою на месте. Еще детей. Наташ, пообщаемся? Да, кстати, Даш, ты стоишь на одном месте. Папа, братишкин. Че, какой папа? Тише, тише, я их в аренду просто сдать. Нет, 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 ну что вообще говорите? Алло, вы чего на меня оставили детей, алло? Давай, бля, посиди, посиди с детенышем. Ты зависла, короче. Ну, вот я так и думал. Нам надо пересоздавать. Реально? Да. Но я... Нет, тут этот прикол... Ну, пожар может быть, но потом нельзя переключаться между мирами. А я не знал, понял? Я не знал, да, я понял, ты да, об да, этом да. не говорил. Это еще до тебя было, Ваня. Так, погодите. Как-то можно нажать... Shift что-то. Plus. Вов, может этот ребенок вырастет, и им будет Даша? Алло, такая? От ребенка воняет? Нельзя, не работает Shift. Тестинг. Надо чит-код прописать. Тест... Читс... Тру. True, окей, сейчас. И чё? Всё, можешь прибавила, идти? Проверь. Прибавила. Да, походу. Ну-ка, попробуй. Сейчас. Да, всё нормально. Всё, супер. Наташ, Ваня, у тебя... Ваня, кидает мне поцелуйчики! А вы охренели? У вас романтичек, как ты, кокетливое настроение? Вань, ты охренел сейчас с Наташкиными детьми нянчиться? Ну вот и воспитывай теперь этих. Сейчас сохраню, тихо-тихо-тихо. А что это за мной? Ваня заигрывает. Не, он ко мне уже пришел. Ты что, пришел? Ваня! Ваня, везде хочешь приспеть, да, сучка ты? А зачем вам, ну, трахать кого-то из участников? Ну вот, которые здесь. Вы же можете... Да, вы же можете не из семьи кого-то трахать. Ну, рандомы, рандомов. Да рандомы, чё, зачем нам рандомы? Марго, лучше моды. Подожди, а тут можно сделать групповуху? Не, Наташ, я же сказал без мода. Такое даже можно в этой игре. Такое да, но я не ставил этот мод. Ты знал, Вань, тут можно в кустах трахаться, просто без мода. Делаю. Но нет, а мод у меня был, у меня сборка даже есть, где всё можно. А где всё видно? Всё видно, да. Хоть на люстру можно залезть. Пробуем. Володь, ты реально ты создал нахуй. Это нормальная натуральная женская грудь. Нет, это капельки, да? А у Наташи шарик. Да, все правильно говоришь. Равшан. Ну это странная хуйня какая-то происходит у нас, конечно, но... Ну ладно, это единственный вариант, понял? У меня уже горит, а чё мне... Ничего не остается, кроме тебя, пошли. Что вы там делаете? Да, мужики, я помогу, подожди сейчас. Не надо! Кто-нибудь займитесь детьми! Иди ты в своими детьми, я сейчас ещё третьего что происходит на первом этаже, мы с Равшаном пытаемся занять одну кровать, только из-за этого. Сейчас. Согласен? Алло, ублюдок, мать твою! Сын знаешь кого, давай пошел нахуй сюда. Зарежь его, что-то сделай. Равшан, блядь! Зарежь его, что-то сделай, говорит. Опа! Я могу с Ваньком завести ребенка из пробирки. Валя, нас будет... Это что за химик-лаборант? Из пробирки? Наташ, давай без детей, пожалуйста. Хотя не случается, что у нас уже двое в одной комнате. Не, ну уже поздно просто. Жалуйся на проблеме, я тебе пожалуйста. Ты ублюдок, понял? Ах ты крыса, подожди, сейчас я достал нож. Да ладно, тише, тише, никаких убийств. Ну давай, ночь придет, ты уснешь, пообщаемся. Ребенка из пробирки с Иваном Строгановым. Да что там происходит? Наташа, успокойся. Чья бабка пришла? Бабка пришла. Алло, что за проходной дверь? Подождите, это... Нет, кто-то вызвал. Это, походу, еще одна няня. Я вызвала детей. Ой, откуда этих... столько детей?
У нас домработница, нянька. Это я вызвала. У нас Наташа пособие получает за двойню, если чё. А вы в курсе, у нас ещё какой-то специалист по кейтингу? Это чтобы не готовить, нормально. Бля, Наташ, ты такая мразь! Это ужас вообще. Почему? А ты все весь наш общий бюджет всей большой семьи спускаешь на хуй пойми что. Посиди поспим все вместе, а то у меня уже бодрости ноль. Равшан, нам нужно закончить дело, иначе мы не поспим эту ночь. Я сплю уже. Ты, сука, где? Где ты спишь? А где вы спите, друзья? Я сразу нашел за место. Наташа грудью ребенка кормит. Но уже нет. Любую! У нас ее ребенок взорвался, и все зависло. Ребенок взорвался? Он полетел, что за хуйня? Блять, он повзрослел, сука, ему кровать надо покупать теперь детскую. Да пусть он не, по полу валяется. Живет на полу, да. Началось. Откуда личину сына дома? Убери меня. Наташа нагуляла и привела, алло. Ухаживайте за детьми, какашки убирайте. Вон Даша понесла, кстати. Даш, зачем ты это делаешь? Кого? Ты говно собак... Ой, ребенка несешь. Да блять, ну... Взорвался. А почему бить нельзя? Кого, детей? Осуждаю. Пойдем бассейн сделаем без, о, без ручек и все. И поплавать Вова, научим. Купи кровати. Нет, иди-ка в пи***у. Володь, купи кровати. Нет. Надо солнышко. Нет, нет, нет. Надо подкачаться. Ну лягте на кровать. Блин, короче, я занимаю тоже кровать реально. Все, пока. Ребят, я удалил ребенка. Найс. И второго тоже. Куда? Нет, пусть один хотя бы останется. Короче, я удалил одного ребенка, можно кровать продать теперь. Давайте бизнес оставим. Что за бизнес, сука? Ты чё моего ребёнка продал? Давай ещё парочку детей, сейчас будем кровати продавать. Наташ, давай ты будешь рожать, а мы их будем продавать. Что такое говоришь? Так и будем жить, двигаться. Алло, у нас на пол овощи складывает, на первом этаже, алло. Это китеринг называется, шведский стол. Шведский стол на полу? Шведский пол. Она даже на кухне еду приготовила, посмотрите, лежит. Ой, ванной. Что она делает с ребенком? Не знаю, там ребенок один какой-то растет. Это походу он в пыли, там уже там пыли вместо ребенка. Грустный. Да, походу у нас забагался ребенок, он теперь в пыли. Что, кто-то сводит мне кровать или нет? Что ты строишь? О. Алло, меня пикапит женщина. Ты построил какой-то дом? Сколько у меня всего вообще? Я отравился! Сука, я взял нормальную еду, она оказалась испорченная. Надо взять, пока есть нормальная еда, надо взять ее. Так че, где у нас ребенок? Кто следит за ребенком? Почему он в пыли? Твои дети. Я сразу понял, кого нужно с шефом переспать и все, понял, в этого хаты. Да нет, в сквад не дам инвайт. Я вонючую еду ем, нет! Посмотрите, у нас все говне. Я знаю схему, как работает все 89. Ух ты, Каечка хуй! А, это Натаха. О, Лёйда, кто зашла такая к нам? Это уборщица. О, Найк! Неплохая такая уборщица, да? Ольга Соколова. Так, не трогать, не трогать. Смотри на Наташу, на её сиськи. Чел, она двойню родила! Двойню родила, очевидно. Я за ней. Да, в погоню. Давай. Что я делаю? За ней. Я за ней в погоню пошел, потер пол. Душ сломал, душ сломали. Алло, Аларм. Аларм. Это Вова пузом. Меня звать Аларм. Я чиню. Давай, помогу сейчас. Куда ты пошел, идиот? О, шашлыки готовлю, братья. Гриль. Так. А что все моются каждые секунды, не понимаю. Мы все хотим быть чистыми. О, я пригласила всех за стол. Давайте поедим. Давайте, ребят, семейный ужин. Семейный ужин. Ура! Вся семья! Вся семья! Боря, ура! Наконец-то! У нас так проходит день у Марка. Марк, как у тебя проходит день? У меня прекрасно проходит день, ребята. Сегодня пару зеток крикнул, ебаться. Ооо! Про
просить остаться друзьями, извини меня. Я тихо, ребята! Извини, но мы останемся только друзьями. Бля, я хотел ребенка воспитать, ну ладно. Можно так? Чего встать? Ребята? Равшан! Равшан! На пасти вышли там, откуда не надеялись! Я не знаю, как это произошло! Да ты, ты что делаешь? Равшан, ты все портишь, бро! Что я? О, на тебе в Ване сердечки отправляет. Ваня, младенцем. Алло, ты все портишь. Равшан, нельзя так сразу со мной. Ты один день доиграешься, слышишь? Ладно, Наташ, извини, не с того начал. Он мне надоел уже, слышишь, это друг. Все, он мой, мне похуй. Все, он мой, мне похуй, она сказала. Смотри. Слышь, чё, Даша? Ты получишь, и твоя дама тоже получит. Даша, ты. Эй, привет! Наташа, чё происходит? Привет! Я села тухлячка похавать. Чё ты за ко мне? Чё ты стал за меня? Я не пойму. Я не знаю, уже пытался в 10 раз тебя съебать. Ты вообще со мной не хочешь общаться? Кто, я? Со мной чуть-чуть, да. Так у меня Равшан целует, ты мне отказала. Всё, да, блин, да, пизда. Это, ты слышишь? Алло. Все, прогнать. Ты чё, охренела? Друзья, привет. Все, ты со мной не общаешься, не флиртуешь, не отвечаешь мне на симпатию. Ваня с тобой будет флиртовать. Нет. Ваня не флиртует, у Вани уже все, Равшан. Что это у меня, Равшан? Пишу каждые 5 минут, блядь, оба этого. Вообще, как... Кого ты пизды получаешь каждый раз, когда ко мне подходишь? Не завидуйте, единственный, у кого здесь есть отношения, это у нас с Равшаном. Да. В лохи, бомжи, смотрите как надо, реально. Мы все, ну и ладно. От мужчины такой вопрос. Алло, а чего ничего не происходит? Я не знаю. Чего мы встали все? А я не знаю, чего мы встали. Ну давай сядем. А чего ничего не работает, не понимаю? Ой. А, Вань! Ой, Вань, ты смотри! Извини. Вы чё? Алло, этот стрим будет недоступен на просмотре в РФ, долбоёб! Ты чё? Дура, я очень сердитый, Он просто злой ушел. Окей, не получилось. Давай, уже хуже не будет. Чем мне занимается чипы? Равшан, тебя же спросят. Я ничего не знаю. Не, пойду уличную найду какую-нибудь. Пойду посру. Я тебе дам, да я. Я тебе дам, говорит. Да поздно уже. Бля, они сейчас ножницы будут делать. Я не могу, у меня сердечко тут с Наташей. О, у Наташи, у тебя есть функция заняться в уху. Нет, да? Сейчас у меня будет. Наташа! Смотри, я принес розу. Смотри, Равшан. А ты что, решил во все дыры залезть в этом доме? А ты же меня простишь. Куда ты танцуешь? Сюда, лук! Мне нравится. А у меня ревностный гнев. Наташ, у тебя что-то со всеми плохо очень, если честно. Я сплю, ребята. Что-то вообще не происходит никак. Да, что-то ты, походу, ну, выезжаешь из дома нашего. Надо кровать, давай займем. А, у нас ребенок же есть, точно, я забыл. А Наташа ребенка голову держит зачем-то. Я кормлю просто... его сиськами. Вставай! Да наша кровать. Да это охренел, Иван. О, смотри, какая ходит. Да вы уже сосетесь и еще с сексом еще. Варвара Соколова. А че? Куда пойдем, слышишь? А можешь случайно, пока моешь его, но еще не сделать? Я умытый, наконец-то. А не могу. Почему кровать принадлежит мне, а я не могу с этим ублюдком лечь спать? Алло, Дини, подходи ко мне, Вовчик, иди сюда. Да я не могу с тобой спать пока. Вов, на первый этаж, видимо, значит. Нет, я тут лягу, извини. Ты идешь на первый этаж. На первый просто, блядь. На эту каморку, чё, лёг. Алло, чё мусор тут так много? Пошел убираться. А я мой. Приготовьте кто-нибудь покушать. Равшан. Нет, у нас не хочу. Я приготовлю. Равшан убирает говно. Да, там, Вова, кстати, у тебя есть партнер? Тема, что нет, конечно.
Пока нет. Нет, есть. Вы встречаетесь? Ну нет пока. Опа-на. Нет, почему пока нет уже? Ну мы не можем с тобой спать, значит нет. Равшан, ладно, нам никто не дает, я предлагаю нам это. Завести романтические отношения. Опа. Уже все, поздно. Давай, иди сюда. Наташ, не надо. Ну можно пока, чтобы он не узнал только об этом? Не тут сижу с вами. Знаешь что, разорвать отношения, козел, понял? Почему это? А потому что ты сейчас такие вещи говоришь. Все, ББ. Ах ты пузатый черт, подожди. Вот это что за чел у нас качает? Все, иди сюда. А, это Ваня? Вот залопу, тихо. Марк и Равшан расстаются. Что? Да дайте поссать, уебаный. За что? Чья-то бабка моется в душе нашим, блин. За что мы расстались? За что ты меня ударил, абьюзер? Ребенка возьмите, пока я Равшана клею. А, да, блядь, умрет от голода. Где он? Так, мне кто-нибудь поможет в кулинарии моей? Нет. Ну ты пошла, сучка, я только начал. Ребенка на пол, готовлю еду. Я наступил, что на ребенка наступил. Равшан, ты расстался, как переживаешь расставание, расскажи. Очень плохо, сейчас буду жаловаться тебе. Присоединиться к готовке. О. Возьми пока ребенка моего, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Ты не убираешься, ты бесполезный. Я сейчас присоединюсь к твоей этот, уборке. Все, пошел ты, понял. Я с тобой. Я хотел тебя теперь не хочу. Ну ничего, я сейчас сам Наташу тахну. В игре! Понял, я буду ее тахать. Ладно, давай, давай ты тогда, ладно. Давай, куда вы? Я сбегу сейчас из дома! Беги, да, только ребенка забери с собой, пожалуйста! Все, я сбегаю, мне пофиг. Давай, беги, Наташ. И ребенка забери его, на руки возьми и беги. Нет, ребенок на Равшане. Блять, Равшан ко мне приклеился! Блядь, там ребенок возле плиты, просто возле духовки валяется. Сейчас сгорит. Только не продавайте ребенка, я вас умоляю. Не трогайте ребенка, Манюню. Строго, давай вместе жить. В каком смысле? В прямом? Да, заезжай. Слышь, да ты что приперся? Иди к своей женщине. Ладно, строго, давай. А все уже, что давай нахуй? Давай, уже все. Иди, флиртую с тобой. Нет, строго, иди ко мне. Блядь! Я на расхват, да? Блядь, это пи***ет. Ваня такой, да, я иду. Да, я иду, иду, друг, давай. Блядь, перепутала, это не Ваня говорит. Опа, какой довольный Ваня-то ко мне идет. Так, драка за Ваню. Я сейчас сходу Наташа. Не надо! Я сейчас позову ее, Наташ, действуй! Позвал ее, позвал! Блять, вот сюда, Равшан! Да иди нахер, пошел нахер! Долбоеб! Давай, давай, ну Равшан. Все, строго, иди ко мне! Он не хочет, слышишь? А как? Я не знаю. Получай! За что? Тут драка, драка женщин! Ладно, забирай строго, он мне не нужен. Забирай, забирай. Он толстый еще, похож на бабку. Ты че? Я можно тут? Да, можно, можно, можно. Не бей ее, слышишь, вы что, охренели что ли? Все, Наташа, иди к скуфу. Ладно, попрощаться, Равшан, пока. Мне никто не нужен. Ах ты тварь, я за тебя, блядь, хотел... Шефа, я не пойду, я не хочу. Да пошла ты нахер, слышишь ты, сосястая. Ты обоссалась, тварь! Бомжиха обоссалась на Наташе! Фу, фу! Блядь, воняет, идет! Тебя, не подходите от нее, воняет! Воняет от нее, фу, нахуй! Извинись, Равшан, за поведение я свое. Извиняюсь. А чё я? А потому что с тобой, ну ты надо, ты нахуярил мне. А то просто написано, что ты очень ошалевший, я же в курсе. Тише. Кто продал грильницу, суки? Нет, это я спиздила случайно. А чё ж у нас ребенок на кухне просто на кафеле спит? Да вы продадите его, можно как-то? Возле плиты спит прям? Всё, да, возле духовки. Ну он уже сутки есть, что спит, держу в курсе. Гусу духовка ему, говори. Вова, купи нам какой-нибудь досуг интересный, там, я не знаю, да, игры вот, какие-нибудь. Скучно. И тренажерку себе прикупи, а то у тебя уже пузо... Вон, а я Маргу Чимоли, мне
нахуй. А нормально то, что у нас ребенок на кафеле спит? Вова! Что, Вова, отъебись? Ты уже со всеми потр... Ты со всеми уже попробовала, чей это ребенок? Уже подкидывает всем мужскому полу, всему подкидывает ребенка. Да? Придется, походу, делать тест ДНК. На кровать, не, на кровать. Подожди, надо действовать. Нет, пока вот есть. О, май гад! Какие мужики? Здесь нет мужиков. Где-то увидел. Да, 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 чё ты несёшь, блядь, мужики, говорит. Две женщины в доме, вы чё творите? Да вы не даёте, приходится так выживать. Реально, факт. Равшан, не трогай, там орущее существо какое-то. Где? Вон валяется на кухне. Фу, что это? Обосралась. Как мама прям, слышь? Вся мама. Как мы над ним угораем, смотри. Где? Что там? О! Ты все пропустил. Нет, я увидел. Прикиньте, одна Наташа, мать-одиночка, двое детей. Хотя столько вариков было. Ничего, я сейчас найду. На тот еще были бы DLC, она бы кошек еще завела бы 10 штук. Да, я бы завела тоже кошечку. Володь, умоляю, купи тренажерный зал. Не могу. Умоляю, говорит, купи тренажерный зал. А может быть сразу башню в Москву-Сити взять? Хули нет. Ну, можешь себе позволить. Ой, уже зачать ребенка можно, Вань! Да. О, вы что устроили, слышишь? Да, Дашуль, давай. Слышишь, давай. Не, или сначала... Слышишь, давай. Какая свадьба? Хуй там плавал, давай. Без этих приколов, нахуй. Давай. Ваня, ну это РП. Заняться в уху? Да, все правильно, Вань. О, это секс, это секс. Я не дай бог на моей кровати, я вас убью, нахуй. Подожди, в уху? Где они? Ой, так быстро! Мы уснули, блядь! Буди её! Не, Вань, тебя хватило на одну секунду. У меня персонаж уснул просто, блядь, Вань, он к Наташе побежал, к Наташе! А почему я к ней побежал? Не может забыть свою любовь настоящую. Пизда. Ебаный рот. Грязная, посмотри на неё! Фу, Наташ, у тебя ребенок обрел обосранный, валяется на первом этаже. Скупиха! Скупиха. Это Володя, походу, играет от Вани. Чего? Алло, пьянь. Я за себя играю, я смотрю, что они делают. Только я не... Ты чё и не против-то? Я заказываю нам пиццу. Вань, ты там действия отменять можешь. Я знаю то, что можно отменять. Ты должна понимать, подождите-ка. Мы еще с Равшанчиком. Ай, блин, захотел выйти, смотри. Давай. Да меня перехватает, Вань, не секунду, меня тупо не увлекает. Я все равно трансляцию вижу, гады. Так это не я. Делаю, посмотри на ком я, алло. Да это он верю, сам. Да верю. Кто он сам? Я ничего не делал. Я спать. Так получилось. Это легендарная игра, да? Вот то, что вы там начали в уху заниматься, это я отменил, и вы уснули. А, это ты сделал! Ну, Вова, ну первый раз, иди. А ты должен на первый раз разочароваться, Вань, все по жизни, по РП. Переволновался. Володь, ты можешь бесконечную бодрость дать? Я Даша, заебался спать. Ложись на кроватке просто. Ребенок обоссанный. Она сама такая же. Она по телефону разговаривает. Да забоссанная, бля. Подожди, а где пицца? Ты что съела? Да нет, да у меня походу в багажник. Нет. Бля, Вов, я без шуток от той информации, то, что это ты отменил действие, я вообще расстроился прямо сейчас. Ну ты можешь попробовать, я больше не буду так делать. Наташ, сама и, тоже, подожди, залезь в ванну, пожалуйста. Ты на кровати лег спать и в жизни, что ли, или что? Да. Чел все равно воняет, я не понимаю, но его помыло. Его два раза надо мыть, походу. Наташа, он тебя не помылся, слышь? Ваня просто опять спит. Что ты посылишься? Кто-то пиццу, дал поесть мне.
Я поел, похуй. Он, ты вообще пузач. Ну, бля, ну, Володь, ну выйди с туалета, ёбаный сын. Я не могу, прости. Я пиццу ем. Ваня, иди на второй этаж. Наташ, я поел, можешь скушать. Или ты не можешь? Спасибо. Не могу почему-то на второй этаж. Я сейчас обоссусь. Фу, тире воняю, ну ебаный сын. Фу, Ваня, ты обоссался. Фу, повторим на укол. Еле поместился, посмотрите на его прическу. Гайка, привет. Привет. Привет, да? Может быть, запикапить тебя, Гайка? Будем встречаться? Нет, но ты все равно заперта здесь. Ты уже старый и уже скуф. Я молодой и гуакамоле. Ты меня путаешь. Алло, блюдок. А ты открой дверь своей же. Ладно, извините, пожалуйста, все, я пошел. Почините, мужики, плиту! Она про своего ребенка сейчас. Что-то у нас какой-то. У нас какой-то ТикТок хаос получается, если честно. Мне кажется, в каком-то дримтиме прям. Да, Шуля, выйди! Равшан, надо туалетик сделать, братишка, ты сломал. Да, я позвонил мастеру. Да, нас закрыли, Наташ. У меня нет времени, мне надо... Не могу. Наташ. А? Может быть, бэбика заделаем? Так. Еще одного, и сдадим. И коляску только продадим. Тобой, ладно, алло, ладно. У нас ванная сломала, все сломалось. Я что, вам механик? Но я все равно попробую. Чини, не пизди там. Я все починил уже дома. Ну все, это no chance, ребята. Ну у меня только Равшан остается. Полы помой. Вань, давай тоже ребенка, чтобы у нас был свой ребенок нормальным. Нам типа, нужен, чтобы он вот так вот вонял. Нет, у нас будет нормально, мы за ним следить. Равшан, ты что-то долго в ванной уже сидишь. Помогите, почините, пожалуйста. Я застрял в стиралке, помоги, Вова. Он ползет, как собака. Наташ, ты его даже ходить не научила. Стыд. Он грязный, вонючий, какой-то черный. Саша, блин. А где я что делаю вообще? Кто должен заниматься ребенком? Отец. Строго! Ты дура, я ничего не делал! Это не мое, нахуй! Из пробирки он за чат был с тобой, Ваня! Я не знаю, я где-то пропал, я себя найти не могу. Цедил. Куда-то уехал? Погоди. Так, я чего-то. Я бегу за тобой, вон ты. А, я стою, а что я тут делаю? Стой. Ваня. Ну чё? Красавчик, поддержал реально. Вот это настоящая братская любовь. На, мужчинская дружба. Он от чел поперхнулся. Да хватит уже ты, а с какой свадьбе, Равшан, что ты несешь? Какая свадьба? Не будет свадьбы. Ну и справедливо тогда, слышишь? Равшан, ты выходишь моего ребенка? Да ты что делаешь? А что, у нас ребенок будет? Давай родим, реально. А Наташиного сдадим, давай. Давай, Вань, все, я сейчас рожу от тебя ребенка и потом буду матерью. Вы что делаете? Погоди, а что там? Да не надо. Алло, ебаться, мрази мелкие! Серьёзно? Да, ебаться дома! Пока ушли, ушли, слышишь? Пока, пуса. Засади, братишка. Делаю, да. Когда не делали? Делаю. Равшан, почини плиту, пожалуйста. Почему сразу Равшан? Это вам же расизм! Равшан, почини, Равшан, убери! Помой, Равшан, это... Нет, просто у Равшана навык прокачан. А почему у него прокачан навык? Ладно, мужик дома я, вы бездельники. Я сейчас сделаю мужику. Ребята, я беременна. Не надо. Поздравляю, нет, Даш. Я не шучу. Поздравляю. Реально? Спасибо. А как ты узнала? Я тест за $15 сделала. Так быстро, первого раза? Ну там есть выбрать, типа просто заняться, есть именно зачать. Алло, почему? А в чем разница? Ну там шанс меньше, ну точнее шансы, наверное, вообще очень маленькие забеременеть, если ты просто типа... Ваня, иди сюда, пофлиртуем. Самое время уйти за хлебом, прям сейчас. Не-не-не-не-не,
Я могу в другой дом уйти? Да. Ты можешь, ты можешь с другой женщиной познакомиться и к ней опять переехать. Опять сломали, опять чинить. Ванна сломалась. У нас как будто сантехник просто. Просто бегаю по всему дому, все чиню. Которому мы не платим. У нас еще и телек наебнулся. А, не, работает. Ну я беременна, полы мою. Ну что за дела, блядь? Помойте полы, сыр. А можно в пузо въебать? Нет, а тут можно аборт сделать? Там. Ну, я не буду. А, охуенно. Может, вместе решим, будем или нет? Нет. А че я ребёнок звучит? Да, бог зайку, да, бог зайку. Смотри, Наташе ничего не дало. Наташа грязная, вонючая. Очень живучая, отвечаю. Он не моется, он все равно воняет. Его надо три раза помыть уже. Он вообще что? Он вообще что-то ест? Я не понимаю. Он же умрет сейчас. Малыш, а что ты делаешь? Я не знаю, я ничего не делаю. Я ничего не делал, ничего не жмал, я сидел на кровати. Ты случайно не беременный? А вот это ты зря сделал. Равшан. А с кем ты? Я с Дашей! Нет! 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 Ты с Равшаном, Володя! Ух ты, глупый, Володь, я в соседней комнате одна на кровати, это ты с Равшаном. Сейчас была заключена братство народов! Я притворился Дашей и засадил ему, слышите? Ты дурак, я тебе засадил, ты забеременеешь сейчас. Смотри, смотри, Равшан. Равшан, смотри. Что делаешь? Опять? Я просто мискликнул два раза. Понимаю, это я поела и такая пузатая стала, или это у меня ребенок там уже растет? Ребенок растет. Ты такая же была, Наташа? Равшан! Или... Нет, я просто из прогрессива достала. Вот это было нормально! Давай, что спи! Что было? О, давайте вечеринку в честь моей беременности. Чё? Нет, тебе что-то не нравится? Ты хочешь, Даша, разъёмся? Как аборт сделать? Да не буду я делать аборт! Вешалка, я знаю, можно. Апорт? Вот это? Блять. Штрафно ударить нужно, или что ты не поставил меня вот так? Ща, я его вынесу. Сейчас я как... Я его на улицу... Я его вынес на улицу, ребят. Дай пну. Давай. Если сможешь его отнести, отнеси в соседний парк. Пусть там играет. Сейчас я крича Роналду вот так. Вот так. Равшан. Иди нажми туалет, короче. И сделай тест. Реально? Да. Ну, мы не можем к кровати подойти. А, в натуре, слышишь? Бля, кто на кровати спит? Володь, стоп. Да я мне поспать надо. Равшан не беременна. Не повезло, давай еще раз. А ну, просыпайся, слышишь? Фу, хуй сделала Наташ. Блядь, ты такая мать, блядь. На одних тортиках, блядь, это пи***ц. Вова, ты взял тортик, это был для ребенка. А че? Никто не сказал, Равшан тоже поел. О, ребенок во дворе валяется, на улице спит. Ща, погоди. Посмотри, где ребенок спит, умоляю. Ладно, я приготовлю еще один торт, никто его не трогает, это для ребенка. Да не ешь торт, сука! О, хав! Ешь. Да сколько можно, я пошла еще один торт. Вы можете торт не трогать. Иван, попробуй третий торт, он самый вкусный будет. Нет. Третий какой? Это сейчас она готовит. Как родить инопланетянина? Блин, у меня уже сиськи висят. Что с инопланетянином? А где такое найти? Это он тебя должен похитить вроде, по-моему. Инопланетяне есть? Да. Празднуем. Тут, по-моему, Аня, наверное, вроде да, Аня. О! А что с Вовой? Вов, ты... О, Вов. Я зелёный! Ой, инопланетянин! Вон, персонаж растения пророс. У нас сейчас, слышишь, овощ родится, братишка, из-за меня. А чё, зависло? Ребёнок вырос. Ещё. А что с тобой? Бля, на кого он похож? Посмотрите, слышите? Иди тест сделай, слышишь? Так, а можно... Чё, иди тест сделать? Да. Иди ты тест сделай. Нет, ты стоишь сделай. Иди ты делай тест. Кого ты переиграть собрался? Ты залетаешь.
А вот ты, я тебе засадил. Да ты дурной, иди проверь, тестик сделай, гений. А нажмите на туалет, проверьтесь, реально. Бля, ты лох, ты кому там засадил? Да как так я попался? А че он так быстро вырос? А, да, только ж я могу. О, где ты ее нашел? Это аниме. Фига, гачка жирная. Ваня, у тебя жена беременная. Посмотри, какое у меня уже пузо. Алло, она подростком стала, слышь? Может, плюс 8 сделать? Тихо-тихо, какой подросток? Ты че, взрослая женщина? Вон у нас ребенок вырос. Ну-ка, Володь. Это мальчик. А, нет. Алло, папа, выйди отсюда, пришел. Слышишь? Ваня, жена дома беременная ждет тебя. Ушел, нормально, у меня... Что-то не получилось у тебя, Вань, ты что-то лошара ебаная какая-то. Короче, Наташ, у этих мужиков. Вот так вот и бывает, ребят, беременна в 16. Алло, мне плохо, мне тошнит. Бля. Да уже ты беременна, Равшан, бля. Равшан, ты беременный? Прикинь, отсюда не знаю. Стоп, Равшан беременный. Ты беременный, это пришельца зеленого. Это Вова беременный. Нет, Вова просто пузатый. Я сплю. Ваня, вернись в семью, Ваня. А я такой, понял? Я сейчас налево, потом направо, потом еще раз налево. Потом, ладно. Что ты хотела сказать? Натусь, иди-ка сюда. Че? Че хочешь? Че хочешь, я могу предложить все. Это че, кто это бегает, рыжий у**ан? А, это кепка. Алло, он в школу не должен идти? О, нормально, он мусор выносит бесплатно. Спасибо, что засадил. Я думал, я засадил. Вань, ну пора за собой говно убрать, реально. На втором этаже? Да. А как? Ну вот, идешь. Полировать для... Это ты мне сделал, я это не нажимал! Да потому что мы все делаем, а вы ни хуй не вытираете никогда, бля. Давай, вытирай, слышишь? Мне надо заряжаться, слышь, от солнца. Серьезно? Да, я не ем. Смотри... О! А что с тобой? Ты меня смущаешь. Куда побежал? Я побежал заниматься спортом. Чтобы добиться гаечки. Даша, ты где, слышишь? Даш, я бегаю специально ради тебя, слышишь? Даш, ты где? Я, правда, теперь овощ, но да, ничего. Кстати, Даша очень... Я писалась. Что у нас происходит? Валу, тебе, мне кажется, тебе это не поможет. Ты реально беременна, Даш? В смысле, да? Посмотри, что у меня. Фу, ты реально беременна, говорю. Ай, женщина. Сейчас сохранюсь, погодите. Равшан, ты где, броу? Я только проснулся, броу, я иду. Я полы мою беременная, да? А зачем ты полы моешь, когда тебе надо поремонтировать? Алло, я беременный, почините кто-нибудь. Да сиди на кровать. Да иду я. А ты чего-то хочешь? Ну, как сказать? Ты уже там нагулялся с Наташкой, Динчурик. Динчурик, Динчурик. Иди туда, иди к ней. Иди ее ребенка воспитывай. Ну, короче, я службу ремонта вызываю, раз мужиков у нас нет. Нихуя тварь, слышишь? Ты своего-то найди сначала, мужика, базарит. Что у нас? И мы готовим кушать, значит, с Дашулькой. Я уже да, мастер спорта по чинению всего, слышишь? Предложение сделал у нас! Кто кому? Вот. Бля, ебаню, как я тебя поднял, нахуй, Дашуль! Я себе! Ура! А мы до этого были не женаты? Нет. Туалет почини, это почини. Хожу тут туда-сюда чиню. Так давайте свадьбу организуем тогда. О, я хочу стать морским чудовищем. А тут надо на другую локу, наверное, все заложить. Механик третьего уровня я. Тут можно планировать. Я убираю тоже. Ты сначала роди, потом говори уже что-то. Ой. А, ну кто нажал-то опять что? Что это такое? Потому что Ваня сказал, ой, скорее всего. Ну, Вань! Ну он не знает, наверное. А я не знал, наверное, реально. Куда-то в спать? А куда мы все приехали, блядь? На свидание, походу. Всех а загрузилось? А, ждем. Вау, мы где? Я свадьбу захотел сделать. Но я не думал, что оно переселять нас будет. Чей личинус в руках у меня? Я тебя позвал. Я не знаю. Кто-то родил по дороге или чё? А, это Генсухин? Откуда третий взялся, блядь? Солнышко Генсушкина, Александр Гот. Это не наш, погоди. Это чужой ребенок.
Вас грузит еще? Да, ну, видимо, не загрузит. Выходите сейчас заново, короче. Только не сохраняйте игру. А хорошо, что ты сохранился. Да, я сохранил.